Много лет назад Купер оставил свою машину. Никому, Александру. А сам улетел в космос спасать человечество. Сообщение за 23 года. Давай с самого начала. Так, что, запись идет? Привет, Купер. Ну что, посмотрели мы твою машину. Работы с ней, конечно, много. Ну, самое тяжелое — это пороги. Пороги ржавые, безумно. Там надо будет восстановить все покрытие. Это нанести герметик. Ну, нелегкая работа, в общем, получится. Багажник в ужасном состоянии. Ну, ты сам знаешь, в принципе, там в районе кнопка проваливается у тебя практически. Стекло у тебя лопнуло, там тоже лобовое, ты же видел трещину. Придется менять. Ты же хочешь, чтобы хорошо все было. А там течет, протекает. Тебя уже торпеду заливает, там замкнуть может к херам. Ты че? Поэтому стекло надо будет поменять. На крыше вокруг люка тоже куча ржавчины. Такие грибы уже растут. Люк придется снимать, работы немало. Там, скорее всего, болты закислились. Я не знаю, снимем мы, не снимем. А то, может, это, уберем люк, заварим его вообще. А? Ты подумай, идея-то интересная, в принципе. Зачем тебе люк в наше-то время? Слушай, тут беда одна приключилась. Но мы починим, ты не переживай, ничего такого серьезного. Просто машина долго стояла там в сервисе. Мы завели, а там кошка где-то под моторкой спала. Ее, короче, на ремень намотало там. Все размоталось, все в кровище, но это еще не то. Там мотор кольнануло, я не знаю, как произошло это, но не переживай, мы починим все. Так что, братан, починим тачку, будет как новая. Я тут, кстати, на мусоре поковырялся, нашел глушак, вообще пушка. Поставим тебя на тачку, будешь, ох, звучару давать. Так что все будет норм. Слушай, тут финансовая сторона интересует, ребят. Как бы, ну, заплатить бы было бы неплохо, хоть немного. Материал прикупить все-таки. Как бы кинь что-нибудь, да. Че ты, не скупись. Пацанам радостно будет работать. Купи. Тачка просто пушка получилась. Все починили, пороги. Багажник, крышу, стекло поменяли, мотор, все, пушечная тачка, пушечная. Ну, как бы, мы ее продали. Извини, пока.